Вылет черноморцев в Турцию состоялся со второй попытки. Во вторник моряки уже прошли регистрацию в одесском аэропорту, но из-за непогоды рейс отменили. Отправиться на турецкий сбор команде удалось только на следующий день, в среду. В состав делегации клуба вошло 27 футболистов. Среди них и травмированные Ивица Жонич, Евгений Зубейко и Сергей Люлька, а также 6 футболистов, находящихся на просмотре. Первый сбор пройдет в Белеке, второй в Сиде. Одесситы сыграют 12 товарищеских матчей.